Акупунктура признана Всемирной организацией здравоохранения эффективным методом лечения широкого спектра заболеваний и рекомендована для таких патологий, как болезни нервной системы, головные боли различной этиологии, расстройства сна, поражение тройничного и лицевого нервов, патологии межпозвонковых дисков с болевым синдромом, полинейропатии различного генеза. Заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как эссенциальная гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, последствия ишемического и геморрагического инсульта, болезни органов дыхания, хронический бронхит, бронхиальная астма. Также акупунктура эффективна в лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, таких как гастроэзофагальный рефлюкс, гастрит, язвенная болезнь, хронический холецистит, хронический панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Иглоукалывание доказало свою эффективность в лечении болевого синдрома заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника с корешковым болевым синдромом, поражение межпозвонковых дисков, шейного и поясничного отделов позвоночника, ишиалгия. Многие заболевания мочеполовой системы, такие как цистит, хронический простатит, мужское и женское бесплодие функционального характера, климактерический синдром, предменструальный синдром, нарушение цикла, эффективно лечится с помощью акупунктуры. Также показаниями к лечению с помощью иглоукалывания являются заболевания эндокринной системы, гипо- и гипертиреоз, сахарный диабет, ожирение, лор-заболевания, отиты, риниты, тонзиллит, а также некоторые психические расстройства, синдром зависимости от табака, алкоголя, депрессивные состояния, неврастении. Акупунктура оказывает следующие эффекты: болеутоляющие, улучшение микроциркуляции в органах и тканях, нормализацию артериального давления, повышение иммунитета и сопротивляемости к инфекциям, улучшение функций сердечно-сосудистой системы, улучшение обмена веществ, успокаивающее действие, а также восстановление энергетического баланса организма. Наибольшего развития иглоукалывание получило в Китае, где знания о лечении с помощью акупунктуры зачастую передаются из поколения в поколение. Результативность иглоукалывания зависит главным образом от правильности постановки диагноза, точности локализации акупунктурных точек, техники постановки игл и мастерства и опыта иглотерапевта.